радость моя, человек, решивший проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости. «Бойся Бога, — говорит премудрый, — и заповеди Его храни. А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое всегда будет хорошо, ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь хорошо. А дьяволу не бойся, кто боится Бога, тот одолеет дьявола, для того дьявол бессилен. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай».